Вот динамики нет положительного дождика. И анализы крови вот нам сказали, что похуже стали. Так, скорее всего, это хроническая инфекция. Мы о ней не знали, потому что мы тесты не делали никакие. Ну вот она так себя проявила. Малыш мой. Малыш, дождик. Управляться малыш не хочет пока. Может быть, достижение только то, что он воду стал пить самостоятельно. Угу. Это уже новые анализы крови? Это 22 ноября. Но она у него особо и не ухудшается, да, и не улучшается. Ну, сейчас 28-е, пока команда Трифона не будет перебирать. Мы сделали УЗИ, и в любом случае его лейкоцитоз-то низкий. И низкий лейкоцит, он с тобой не борется. Привет. Думаю, сладко. Привет. Котик, давай тоже поправляйся. Дождик, малыш мой. Сейчас его кормить. Температуры не было. Угу. Но она у него не пониженная? Нет, нормально было. Ну, хорошо, а то до этого была пониженная. Юля, ты можешь чашечку? Молодец. Дождик, молодец. Так-то ест вроде сам. Ну, в смысле, когда кормишь, глотает, не сопротивляется. Дай салфеточку еще вон там. Тихо-тихо, в домик хочет пойти. Подожди, зайчик, надо покушать сначала. Давай чуть-чуть покушаем. Давай. Давай мяско покушаем, зайчик. Дождик. Мой маленький дождик. Тяжело дышит уже. Вот, вкусно, вкусно, да, вкусно. Да, кушай, кушай, зайчик, ну кушай. Кушай, кушай, да, кушай. Вот, молодец. Надо кушать. Ну вот, молодец. Давай еще заберем сейчас. Так. Дождичек. Дождичка. Вот у дождика на сегодня кишечник. Точнее, в полости живота свободная жидкость. Надулся живот. Вчера мы сделали клизму, кал у него был хороший, оформленный. Ну вот, сегодня ему проткнули брюшной полости, взяли жидкость на анализ, на ФИБ. Вот, сегодня у него немножко получше состояние, температура нормальная, то есть до этого она у него была пониженная. Вот, и сегодня он уже лежит к нам мордочкой, повернулся. Мы его покормили, он не сопротивлялся, кушал хорошо, рвоты нет. Ну, по-прежнему слизистая желтая. Слизистая, вот ушки вот, желтеют. То есть в крови повышенное количество билирубина. Печень и почки увеличены. Это наш котик без лапок. Всегда нам рад. Блэк. Блэк. Блэк себя чувствует хорошо. Ему тут подарочек, да, принесли? Это наша Аришенька. Дождик. Он вообще уже не кушает. Дождичек, молодец. Так, это у нас по дождику обследование. Заключение. Вот заключение. Признаки перитонита, асцита. Признаки увеличения размеров почек и печени. Так. Ну что,
у мальчика целых по анализам. Вот. Вирусная лейкемия кошек и вирус иммунодефицита. Это два вируса, которые неизлечимы, к сожалению. Вот он наш малыш. Дождичек. Котик мой. Котик желтенький. Вот у него ушки, видите, желтенькие. Вся слизистая у него желтая. Кашляет, глотает тяжело. Но... Тебя очень любим, зайчик. Тебя очень-очень любят. Тебя все любят тоже. Тебя все любят, зайчик мой. Малыш мой. Маленький дождичек. Котик. Любимый такой котик. Дождик. Зайчик. Котик. Все, она же отворачиваться не хочет. Дождик.